Короче, зашел в спортмастер в Якутске. Цена на посмотреть, скидки какие-то 50% пишут. Сколько такая курточка? Стоила 11 900. Ну что за рубль? Почему вот рубль? 12 000 стоило, стало стоить 6 000. Мэрил. Вот такая вот курточка. Так, а тут что-то уже 50%. 4 949. 50% стоило 9 899. Такая куртяга. Что тут еще есть хорошего? Тоже вот мэриловская. Сколько у нас? 8 700. Это что, цена без скидки или со скидкой? Непонятно. Ой, что-то мне жарко здесь. Ё-моё, надо уже легче одеваться. У нас вроде бы потеплело, теперь опять похолодало. Вот 4 399. А стоило 8 800. Такая вот. И этот уже, видать, только цвет разный. Так, что тут еще есть хорошего? Вот такая вот куртяга, здоровая какая-то. Ну, как раз сезон кончается сейчас. 10 800. Штанишки термо защитные. Так, что у нас? Господи, сколько они? 7 000. 7 039 стоили 8 800. А это что за? Тоже. А что с этой делать мне? 3. Ой, подешевле. 3 880 стоило 4 400. Что тут еще хорошего есть? О, вот эти вот. 12 13 000, сейчас 9 900, блин. Что это, рубль они, а? Чтобы людей запутать, что ли? Зачем это делают? Рубль убрали. Так. Ну и где ценник? Zero. Ну это то же самое, да? Вот какая-то 48-й куртка, утепленная искусственным. Там совсем легкая что-то. Распродажи какие-то. Может, еще оценят, кто их знает. Так, а такая вот 5 500. Смотрите, какая чудо фирма. Что за фирма? Даже не знаю, какой-то Нортленд. Такая легенькая, длинная вообще-то. Все легенькое. 30% здесь скидка. Тут 20% скидка. А вот это сколько? Это 6 500. Стоило 13 000. Такая вот. Пуховик, не пуховик. Что это такое? Куртка темно-синяя. Вот такие вот здоровые есть. Ё-моё, это вообще тулуп. Тулуп. 10 11 000. Стоило 21, что ли? Угу. 21 стоило. Тулуп вот такой вот. А не, я смотрю. Ага. Спасибо. Люди ко мне пытаются подсказать. 21. Но тут много ярлыков приклеено, я смотрю у них. Пальто длинное. Тоже вот этой фирмы все. Что-то био. Финиш. Какой-то биологический. Бионик финиш. Протектед.
Так, что тут еще хорошего-то есть? В спортмастере вот какая-то куртяга есть. Ну это что за фирма это? А, Outventure Thermal Zoning. Вот это была дешевле, я все время знаю. Вот эта фирма, она была подешевше. Ну и ценник, а вот сейчас смотрим. 8400 стоило, 12,50 размер куртка. Но это типа осенняя, блин. А это что такое у нас? Вот Outventure тоже. Сюда. Бесценная продукция. Где ценники-то у них? А вот 7700, а стоило 10 999, ну 11 000 стоило. Так, что тут еще хорошего? Есть штаны какие-то, шаровары, 3 косаря, 3 рубля такие вот джинсы. О, Колумбия, фирма Колумбия. Ух ты, ну сразу ценовой перепад какой. 10 009 рублей. Е-мое. И легенькая совсем она. Вот такая Колумбия есть, моднячая. Она что, тоже по оценке идет. 8400 стоило 12 000. Колумбия. Смотрите, фирменный знак. Он почему-то не прошитый, просто как нанесен краской. Такая, это что такое? Тоже куртка, что ли? 3849 всего лишь. Но это вот таскать где-нибудь. Это и летом скорее, да? Такая курточка из ХБшечки с двумя карманами. Ну, вариантик вот такой есть. А у него скидки нету, нету. Ну, такая. Так, и что такое у нас? Куртка. Колумбия тоже. 15 400. Стоило 12 999. Так, это что? 15 400. Стоило 22 000. Это что, шаровары, штанышки? 7 919. Такая вот. Тоже Колумбия, да? Да, Колумбия, все. Да, тут еще наверху полно всякого. О, это как безрукавка. Колумбия. А она что, почем? Непонятно. Бесценная продукция. А, вон на то есть. Чего она стоит? 449. Ух ты, а стоило 8000. Два раза рубанули цену. А? Банкротится спортмастер. Смотрите на все. Жуткие скидки. Половина. Как они жить-то будут? Видать, народ нифига не покупает, что ли. А это без скидки. Что-то со скидкой, что-то без. О, какие. А, это Outventure. Ну, фиговая эта обувь, честно скажу. У меня были такие. Я как бы не придумываю. Они даже нет. Они вот здесь вот потрескались. На месте сгиба. Вот эта ткань какая-то фиговая вообще. И она вот так вот прослужила сколько, года два, и все. Еще подошва-то не гнет железная. Да. Так, ладненько. Вот сколько добра. На что-то есть скидки, на что-то нет. Вот тут пуховичок типа. Смотрите, Nordland. 8400. Ну, пуховик сразу дороже. С какой-то короткий он. Смотрите, всего-то ничего-то. Вот такая вот
Это еще пуховик минус 10 всего. Да нафиг он нужен. Вот так с виду ты теплый. Ну нафиг. Не знаю. Минус 10 в Якутске. Это куда? Это у нас такая весной температура. 58,9900. Тоже пуховик. Тоже минус 10, да? Да. Ну что, дальше пойдем. Сейчас посмотрим, там что еще есть. Тут какая-то. Что это такое? 1750. А стоило 3700. Такая. Ой. Через что-то еще на плече. Колумбия. Какая-то. Это сколько? 200. Стоило 4400. Что тут дешево это все? Буквально фирма банкротится, что ли? Все пополам. Ну что-то пополам, что-то. Процентов на 30. Вот тоже рубаха. Колумбия. Такой приятный на ощупь, мягкий. Мягкая ткань. Обычно пеленки вот такие делали детям. А тут рубаха за 2200. Ну, зато два кармана хоть, ё-моё, с пуговками. Во, это что такое у нас? Колумбия. Карман какой-то. А, вот ценник. 3,5. Вот, 50% рубанули, да? Это тут мягкий тоже такой, теплый. Короче, добро пропадает, смотрите. Куртяга, да, тоже со скидочкой. Добра сколько. А это что у них? Это их фирменные майки. Такие вот. Сколько она стоит? Где цены-то? Где цены? Почему надо за ценой куда-то лезть? А вот 1000. О боже, 1819, а стоило 2600. Дуреть, майка. Я не знаю, такие можно за 200 рублей купить. ФБшку. О, куртки. Тоже скидка, да? Да, тоже скидка. Стоило 19,800, стало 13,859. О. С мехом. Меховая. Да, вот так вот. Тут тоже меховая есть. А это что? Такая блестящая. 20,789, а стоило 29,699. Такая вот курточка. Да. Так, что тут интересно еще? Хорошо. А там мы хотим. Лыжи есть. Лыжи с палками. И эти есть, да, лыжные ботинки. Сикока. Бесценно. Че? Не бесценно. Палки. Ну, можно на сайт, короче, зайти. А, вот вижу цену. Не вижу цену. Нету цены. Можно на сайт зайти. А вот здесь, смотрите, какие. Ох, классные, смотрите. Нордвей. Это можно на обувь одеть такие. И с двойными этими. Двойные. Чтобы не упасть. Видали, да? Супер-пупер. Сикока такое добро. Тоже бесценное. Чего не все бесценное? Это, о, коньки есть. 10. Что-то детские. Бауэр. Ребенка. За... Можно купить за 10,899. А на взрослых есть, интересно. Вот это вот Нордвей какой-то. Здесь уже подешевле. Это все детские. Так, а где? Вот взрослый, да? Размер. Я вижу. Вроде бы как. И цены. Цены тоже не вижу.
цен нету. Ё-моё. Ну, сейчас как раз сезон катаний открывается. Так что надо коньки бежать, брать конючки. Посмотрите, короче, на сайте. Цен здесь нифига нету. Детские всякие совсем маленькие есть. О! А это что такое? Ледянки разные. Вот даже такая есть. Это так можно взяться и это покатиться на ней. Сколько стоит? 1999. Безразмерная. Точно. Это что такое у нас? Это типа чук и гек. Раньше такие были санки на лыжах. Ну что это такое? Тормоза что ли? Точно тормоза. Смотрите. Веревка есть. Интересно, какой вес они выдерживают? Такие вот есть. Эти 383. Или вот такие. О, вообще, о, какие королевские и здоровые. Да. А это что такое? Это этот самый. Смотрите, самокат на лыжах. Первый раз я такое вижу. Давайте глянем поближе. Самокат на лыжах. Ну вы видали, да? Кто-нибудь видел самокат на лыжах? Класс, да? Вот он. Он стоит у нас 3119 рублей. Боже, как куча их. Здесь я первый раз такое чудо вижу. Самокат на лыжах. Что, с горы кататься? Такие тоже есть вот. Так, это что такое за добро? Палатка для кемпинга. И что стоит палатка? Размер БР. Ну, короче, на сайте смотрите сами. Спортмастер. Выбирайте. Вот. Тоже коньки. Полно добра. Женские, да? Сколько такие вот? Цена есть. Вот такие вот 1999. Какой размер? Где этот размер? 40-й. 40-й размер, вот смотрите. 40-й. 2900. Ух ты, что там такое? А вот эти вообще крутые какие-то. 8,5. Утепленные, что ли? Ну да, вот тут что-то есть у них. Внутри теплее они. Ну, короче, от 2000 где-то можно найти. Опс. Блины. Ничего себе, тяжести толкать, да? Гирька. Боксоваться. Интересно, такую где вешать? Дома? С цепями. Ё-моё. Фу, так, это что? Это на детей? Так. А это что такое? А, это батут. Батут. На нем бегают, смотрите. Батут. Черт его знает. Так, это что, кимоно всякие здесь. А это на спортсменов. О, для этих боксеров. Боксоваться кому надо. Свалилась, а. Все, на место ее повесим. Сюда она какая-то хитрая. Ладно, вот так вот. Надеюсь, будет на месте. О, мячики. Для тенниса, да? И вон баланчики есть. Мячик. Сделано в Китае. Все в Китае. У нас ничего не делают. О, блинов сколько, смотрите. Тяжести. Вон гири есть, гантели. Тут, по-моему, одна ручка, только тяжелая такая, что я фиг подумаешь. Коврики всякие разные. Такой коврик стоит 2-3 тысячи. О, мат.
Мат называется, мат. Ну, типа попроще гантельки. Ой, совсем маленькие. Такая сколько? 329. А какой вес? Полкило. 329, полкило. Слушайте, что-то недорого ли? Обручи для тех, кто хочет это жирок скинуть вот этим вот. Крутится. И этими штуками он жир скидывает. Так, всякая штука. Здесь экспандеры. Экспандер. Ручной. Тысяча. Дорогой какой, а? 1449. Обалдеть. Так, ну и тут одежда, да, еще есть. Такая куртка. Что-то тут куртки везде эти. Скидочка напополам, смотрите. Демикс какая-то фирма. Не знаю, что за фирма. Так, ладно. Все понятно, в принципе. Обувь. Найки, Найки. Недавно смотрел видео. Короче, там Варламов, блогер такой, в Либерию, в Африку приехал. Короче, там этот Найк очень сильно любит. Его там везде рисуют. Типа, не знаю. Но считается, страна одна из самых бедных в мире. 5900 вот такие вот Найка. 6 косарей без скидки. 44 размер, кстати. Интересно, в них зимой не походишь? Нет. Ну так они короткие. Нога застынет. Вот, и там, короче, это Найки очень популярны. Везде рисуют, на всех машинах там. А машины там все такие допотопные, короче. Древние какие-то вообще развалюхи, которые у нас выкидывают. Вот цены можете посмотреть. Тут целый стенд у них Найков. Я вообще в обуви не разбираюсь. Вот типа спортивная считается. Вот такая подошва. Большая. Так, и что тут еще есть? Тренировочные какие-то. О, сколько обуви. Смотрите. Цены тоже всякие разные. 6400. Скитчерс. Скитчерс. Ультралайт. О, со скидочкой какие-то. 3800 капа. Ну, по-моему, подобные можно и за 1000 рублей купить у китайцев. Похожие. О, какая у них платформа широкая. Что за фирма? Фила. Фила. 6999. Ну, 7000. Здесь что-то есть такое интересное. Ну, короче, такие вот цены. Всякие разные цены. Есть скидочки половинчатые. Ну, тут детская обувь. Всякая разная. Детская обувь, кстати, стоит примерно как обувь на взрослых. Вот это вот 2400, да? Такие малюсенькие, такой размер 30-й. Что на взрослого, что на ребенка, ну и тоже все. Вот таким вот образом. Такой вот магазинчик. Ну тут женская, по-моему. Я уж тут не лажу. Здесь на подростков какие-то комплектики есть. Converse All Star. Курточки. Вот такая вот, смотрите, какая пестрая, заметная, 4000 стоит, 59 рублей. Какой размер? 170 рост для мальчиков. 164-170 рост. О, футболочка. 30% написано скидка. 30%. Стоит она 1349 рублей. Ё-моё, за что? Да, это 2000.
Ну, или вот это, да, 2000, или та 1000 маленькая. Почему такая разница в цене-то, а? Вообще не понимаю. О, это что такое? Какая-то это. Одежа со штанами, да? Штаны, это для спортсменов. Для спортсменов. Спортсменов. О, такая куртяга на подростков. На детей 3,80. Так, вот таким вот каком. Все здесь продается. Полно товара. Народу совсем что-то нету. Сверху у них тут что-то громыхает. Что, я и не знаю. Ой, так. Ну что, тут уже мне интересного нет. Вот тапки есть. Тапки найковские, фирма Nike. Кто хочет фирму Nike. Вот, 2600. А вернее, точнее, 2599 рублей. 37,5 размер. Вот даже такие есть. А такие сколько? 2800. Как это? Клоги. Клоги. Клоги называются. Кроксы. Кроксы. Сделано в Вьетнаме. Такие вот. Стоят они, короче, 2800. Белые. Нафиг белые нужны. Они марки очень. Их мыть потом постоянно. О, плавки на лето. Пора закупаться на лето шортами, плавками. А здесь что? А, здесь эти. Для купания, для плавания всякое добро. Очки. Да. Ух, тут сколько очков-то, слушайте. Обалдеть можно. Женские купальники. Сколько такое стоит? 2,649 рубля 50 размер. Так, ну и здесь уже варежки пошли, да? Всякие перчатки, варежки, перчатки. 2-3 тысячи. Такие вот. А что за фирма? Не поймешь, что за фирма. Зейнер какой-то. Зейнер. Или как читается правильно, не знаю. Но они должны быть прочные, раз такая цена. Купишь и на всю жизнь таскай, пока не потерял. Поэтому я смысл покупать вот дорогую вот эти перчатки вообще не вижу, потому что они теряются постоянно. Вот даже кепку можно такую взять. Зимой таскать. 1000 рублей. 1000. Сколько она стоит? 1999. Ничего себе. Почему-то, а потому что Колумбия. Ну конечно, Колумбия. И куда я? Вот эти бейсболки всякие. О, прикольные. С оленями. Оленя. Сколько такая оленя? 674. О, скидка пополам. Потому что оленя Новый год прошел. Вот, короче, таким образом. А, здесь у них еще есть эти сумки. Такая вот 3700. Вот и что-то еще есть, да? Что тут? Носки. Труселя. Вильсон. 999 рублей. Сколько их здесь? Одна пара всего. Одна, что значит одна пара трусов? Носки я знаю парами, а трусы тоже по одному. 1000 рублей за трусы за одни. О, вот эти рюкзачки. Ну, кстати, интересная ткань какая-то. Стоит она 2,899. Вот такая вот. Водоотталкивающая. О, есть типа вот такого. Тоже водоотталкивающая. 3,700 уже цена. Вот Nike. Особенно популярная в Либерии. 3,700. Ну что-то тут один Nike у них. Вот попроще. Вот таким вот каком. У нас
носочки за две пары 249 рублей. Коротенькие вот такие вот две пары, коротенькие. Ну, я не знаю, зачем коротенькие нам зимой, летом. Вот тоже носки Nike. Все Nike. Мультиплеер. Смотрите, они разных цветов еще даются. Даже приятный такой вот этот желтенький и серенький цвет, да? То есть праздничные и вот такие на повседневку. И сколько такая пара стоит? Вот, ну, подарок, да, кому-нибудь подарить, не знаете? 999 рублей. Тысяча рублей. Два носка. И то они короткие, да? Слимы. Короткие, да? Ой, вот, тут есть по 4, по 5 пар. По 5 пар. 500 рублей. Ну, это детские. Это детские. Да. Это обычные носки сколько стоят. Вот есть. Три пары. Три пары стоят беленькие. 429. Ну, вот эти вот еще по-божески. Это нормальные, длинные, теплые такие носочки. Так, ну и все получается, да? Это рюкзачок какой-то сюда на эту. Угу. Маленький такой бардачок на эту, на пояс или куда-то на перевес, до 1700 рублей стоит такая вот курточка. Ой, сумочка, ё-моё, курточка, сумочка, скетчер. О, Nike, Nike такая, на пояс 1899 стоит. Ну вот, в общем-то, и все. Вот, короче, здесь этот спортмастер, по эскалатору поднимаетесь, и вот там он, дальше.